Но ведь мы уже женаты. Это тоже был мой брат-близнец. Подождите. Подождите. Это уже Крупка. Когда следующая поставка? По-хорошему будешь говорить? А я думал, мы друзья. Видишь, я положил значок на стол. Я больше не на службе. Какого черта, Макнейл? Ты знаешь, как трудно выводить пятна крови, Майки? Ладно. Ладно. Я все скажу. Завтра в 6 утра Здесь все. 30 килограммов. А я думал, ты честный коп. Я больше не коп. А это мое выходное пособие. Ну давай, ну давай. Вот дерьмо. Простите. Я такая крупная. Давайте выпьем. Я тоже люблю лапки, но обычно не добавляю в него пиццу. Простите. Я джинсы. Такие красивые. У нас что, годовщина? Я что, забыла? Нет, но разве... Как он мог? Лиз, так вы пиццу будете заказывать или нет? Подождите, вас и правда двое? Мы не однояйцевые, но нас все время путают. Когда рейс? Через час. Да к чего же ты стоишь? Беги за ней! Я знаю, что я опоздал. Твой самолет улетел. Ha 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 ha!